Пострадавшие во время взрыва на Ачинском НПЗ выведены из ожогового шока. Речь идет о 5 пациентах, которые сейчас находятся в краевой больнице. В реанимации там пока остаются 3 человек. Напомню, в ночь на понедельник на нефтеперерабатывающем заводе взорвалась установка при запуске после ремонта. 8 человек погибли, а разбор завалов продолжается до сих пор. В Ачинске второй день идут похороны. Сегодня власти отменили празднование Дня города, оно намечалось на пятницу. Между тем, семьи пострадавших и погибших уже получили компенсации из городской казны. До конца недели им обещаны и краевые выплаты. В компании «Роснефть» заявили, производство будет остановлено на несколько месяцев. Точные сроки запуска завода на полную мощность пока не называются.